Так, у вас нет колоды для твиста, бля, прикольно. На мейн аккаунте колоды для твиста нету. И что делать? Ну, шилслэмы не всегда там были. Ебать, тут с десбайтом. Что это, блядь, за сломанная хуйня? Бравл тоже не всегда был. И чё, где грим-патрон? Зал. Золотой остался один, блин, нищий. Так, ну это точно не та версия, которую я играл. Я даже могу сейчас найти свою версию. Сейчас через группу ВК, блядь, у меня точно дека была. Самая последняя сек. ВК, Silver Name. Там разные версии были. Там где-то игрался один шелблок, где-то игрался один слэм. Пироманты здесь точно нужны. Там все от меты зависело, просто некоторые карты миксовались. Если много зушек было, то брались, блядь, ли прогномы вот эти брались. 100%, сейчас глянем. Сейчас я вспомню деку, подожди. Так... На то время, когда я играл, если что, слэм был за 2, шелблок за 3. Таурисан за 5, что нахуй? Чел, чё за хуйня? Давай попробуем. Манипулятор еще был вроде бы здесь. Манипулятор с Таурисаном играл. Без вихря как? Вихрь не нужен, десбайт есть. Надо дечку поменять чуть-чуть. Дечка хуйня. Сейчас хорошую дечку возьмем. Чел, ты заебал, нахуй ты... Нахуй ты сюда стелс даешь постоянно? Дурак. Рагнарос, дай мне свои силы, блядь. Все сюда, бля. Все сюда, нахуй. Блядь, надо посмотреть, какой же я дека играл против Калента, блядь, на ВЦА, блин. Сейчас я найду сек. Вот Акаваром играл. Сейчас посмотрю. Нашел эту дечку. Вот она, блядь. Нашел, блядь.
Сейчас я возьму ту дечку, которую играл. Турик. Супер грустно. Супер грустная карта, блядь. Что он делает, бля? Удар лицом сначала. Чел, что ты делаешь, ёбаный в рот? Ливни с игры нахуй. Это пиздец. Что ты делаешь? Блядь, Энрейдж не пришел. 14, блядь, 14, 18, у него 2, у него 19, блядь. Пять, шесть, 19. Бля, я ошибся. Чел, я только что ошибся. Надо было сначала Воргина поставить, на него кинуть чарж, а потом Энрейдж с пиромантом. Ебать, я ошибся. Это жестко, блядь. Это уже летал был бы. Это был бы уже летал. На, поебал у гном и вонючий, блядь. Сейчас деку нормально сделаем, подожди. А, здесь крови нету, блядь, здесь крови нету. Здесь же нету ктуна еще патча, да? Бля, нету, да? А, нет, есть. Да, вообще изи. Тогда вообще изи. Если она есть. Что, мне игра зависла, что ли? Что, мне игра зависла? Так, легендарный. Вместо гули возьмем так.
Так, а чё я лишнее бахнул вместо гнома? Вот так сделать? Пог. Это пог. Этой колодой я прошел на первый свой турнир, на котором выиграл 100 тысяч баксов. Этой декой я выиграл этот турнир, даже так скажу. Целую неделю в Китае ебались. Бля, раньше эта карта была 2-1. Я уже проиграл, если что. Я уже проиграл. Ебать, что это за говно, их, блядь, вообще играет? Чел, не играй нахуй в эту игру, че на кто не, блядь, играешь? Ты дурак, что ли? Не везет. А этого достаточно. Наконец-то мы с тобой вдвоем и нет. Бля, Bad Ladder приятно играть. Еще бы карты были бы по мане, как раньше. И мета была бы ровно та. Было бы охуенно. Ян Гильда, кстати. Ян Гильда. Манипулятор супер плохо. Как ты выбираешь, куда карта ударит? Это новый патч БГ? Ну, типа того.
На этой деке, если что, я помню точно, что можно было убивать уже на шестой ход. Хотя это не агродека. На шестой ход леталы были. Но это редкость. Специально в такой последовательности для того, чтобы хп себе снять, чтобы добор был именно от героя. Два армора здесь не решает. Владос, аофника нахуй виджеты на экране, и рыльцо свое подвинь немного, чтоб вайп как в старые добрые. Бду, ты сейчас, если что, уснул пьяный на стриме, лежишь и срежь в штаны, изо рта течет слюна, и ты бормочешь все сюда, тебе что там, снится, что ты на патроне играешь. Проснись, ты обосрался. О, это моя любимая карта вообще в игре. Нереально крутая. Самая любимая карта вообще в игре. Лазурный дракон — это одна из самых, вообще, самых сильных карт в игре была. Эта карта за 5 маны, у нее были статы 4-4, она давала СПД и давала добор карты. Ну, это просто нереальный топ. Братки сегодня в мастерской посоветовали скачать Twitch, говорили, что будут Twitch. Девочки в бикини, в ушки будут дуть и неловко ронять предметы. Но в итоге сидит какой-то покемон, изображает из себя не пойми кого. Не, мужики, я по старинке на рунетки пошел, давайте покеда. Вот такая вот дечка, блядь, была. Только это при условии того, что у челов еще ОП-карты. Немного по-другому это все работало, но итог был один.